рассказываем истории о монстрах, живущих в ночи. Мы укладываем плачущих детей в кровать и говорим им, их не существует. Но некоторые монстры существуют. Иногда легенды не вымысел. Такова история кровавой леди Батори. В поместье Батори пропадают дети. Может быть, это волки? Это не волки. Это нечто совершенно другое. Я не хотела тебя напугать. Я не испугана. Ты напряжена. Кто бы ни пришел за тобой, будет слишком поздно. Только одно из нас прольется сегодня ночью. Хе-х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 е